Здравствуйте, меня зовут Елена Комарова. Вот моя страничка ВКонтакте. Я прошла тренинг, как по максимуму использовать YouTube в своем бизнесе. Этот тренинг вел Игорь Черноусов и Филипп Дан. Я хочу сказать большое спасибо ведущим нашего тренинга, потому что я получила колоссальный опыт и знания. До этого тренинга я не имела опыта работы на YouTube. Благодаря урокам такой пошаговой системе Игорь и Филипп научили нас, как правильно создавать, оформлять канал и продвигать его в YouTube. На тренинге я создала новый канал, он называется «Красота и здоровье». Сейчас на этом канале 887 подписчиков и 6757 просмотров. Я научилась делать ролики, выкладывать ролики на канал, оптимизировать их. И результатом моей работы на тренинге, вот на первой странице по запросу «Красота и здоровье» мой канал вышел на второе место среди 42 700 роликов. Кроме канала, на первой страничке также присутствуют мои ролики. Вот первый ролик, второй ролик, третий ролик. Четвертый ролик, четыре ролика. Также на второй страничке тоже есть мои ролики. Вот столько роликов у меня на второй страничке. Это все мои ролики. Так что есть над чем работать и дальше продвигать свои ролики и развивать свой канал. Я хочу сказать большое спасибо Игорю и Филиппу за тренинг. Мне очень понравилось, какой большой отдачей работали Игорь и Филипп. На любой мой вопрос я находила ответ, мне помогали разобраться со всеми вопросами. Поэтому, наверное, я получила такой результат. Я приобрела знания, и когда я захожу на какой-то канал, я сразу замечаю, что можно здесь сделать, и как можно поработать над каналом, чтобы вывести его на более высокие позиции в YouTube. И хочу сказать большое спасибо вам, Игорь и Филипп. Тренинг получился замечательный, он действительно доводит до результата.